Oke guys, kita lanjut ke game kedua antara Burmese Ghouls melawan Twisted Minds. Game penentuan juga sih guys ya. Match point lah buat Burmese Ghouls. Seven Oda masih pakai Fredrin ya. Да, а кто у нас в лесу? Так, в лесу у нас лесная Геневра, давненько мы такого не видели. Да. Редко такое происходит, но в этой встрече понаблюдаем yeah. за такой Геневрой в прошлой карте. Нам кажется, рекол дулу гак вапа. Калах масия ада сату гейм лаги я. На этот раз на этом герое отыгрывает Сакса. На топе у нас, ох, какое противостояние. Чонг не смог восстановить ХП от Пакита и таким образом несколько рискует, оставаясь поблизости к своему визави. Да, Чонг хорошо смотрится на лайне против некоторых персонажей, но вот Пакита на старте прогоняет лайна Майка и, ну, не на базу его отправляет, но вынуждает использовать регенерацию. Агрессивненько сейчас пробует сыграть игроки команды Бурмис. Мы знаем, что из прошлой игры, что Блинка предпочитает более деятельной такой игрой. Посмотрите, забирает сначала одного крипа Гвиневра в чужом лесу, между прочим, так-то. И пытается забрать еще и двойного. Видимо, первая встреча придала некоторой уверенности коллективу Burmese Ghouls, поэтому позволяют себе забрать несколько крипов именно в чужом лесу. У нас 30 секунд остается до черепахи. Выгодно было бы сейчас сместиться на бот и потом по ускоренной реке вернуться к этой черепахе. Часто именно эта команда и делает. И мы сейчас видим вот это самое движение от Гвиневры в сторону Фредрина. Может, она его там найти вместе с Бруно что-нибудь интересное. Если Аурора лаван Валентина, мы еще пегаем Валентина, зигес. Да, Валентина бисса копи к ара Аурора, тапи Аурора га бисса. Ника подходит к экспо-лейну для того, чтобы получить дополнительный уровень. Аж три игрока Twisted Minds находится на топе, забирает себе. Уй, Дулар. Крипа экспо-лейн, нужно добирать сейчас Длара, но Длар не согласен. Он думает, фликкер, я гасе. Как же живет Длар в этом моменте, получает экспус крипа и успевает отправиться на базу в этом моменте, хотя не спешит, попытается, наверное, через первую каких-то сыграть, получить каких-то щитков. Тут ультимейт Руби был от Ника через три. Это было бы круто, если бы получилось в этой ситуации, потому что оставался Пакита заряженный второй способностью, дополнительной, возможно, и с ультимейтом. Но учитывая, что Ника не попадает, получается та ситуация, что сейчас нет ни флика, ни этого ультимейта на черепахе. Да, Чонг использует ульту, Ника подходит ближе, Блинк попадает в войну, не забирает себе черепаху, файт продолжается, Умар очень мало КП, но у Сакса совсем нет. Его забирает, First Blood для Twisted Minds. Болела. На этот раз команде Twisted Minds. Тады Twisted Minds бенар-бенар рыбантай, гайс, гейм пертама. С первых же минут начинают захватывать преимущество, забирают черепаху, как я понимаю. Также забирают и килл, находит Блар Майка Сама и очень-очень агрессивно понимает. Доллар. Да, нужно продолжать сейчас Бурмизом пытаться что-то сделать, нарастить преимущество. Они могут забирать центр себе и заставлять соперника платить за вход в кусты. Но этого они не делают, просто пытаются отогнать Блинка от красного бафа своего лесника. Да, у нас небольшая тут пауза, видимо, произойдет перед появлением следующей черепахи. Хотел бы обратиться к нашим зрителям, которые наблюдают нас с экранов. Вы, конечно же, можете поддержать и коллективы, и нас, и игры будущего своим царским лайком. Ну что ж, начинается атака. Руби играет своим ультимейтом. Туда же заливается ультимейт. Но Сакса без здоровья выживает. Уже ответный ультимейт от Ника на Валентине. Доллар, Мару, доллар. На. Ладно, Севен Ода. Шикат, Нико. Ника выживает, провокация есть, пытается куда отступить, отступает в этом моменте. Очень красивый мув, к сожалению, без килла для коллектива Twisted Minds. Килл только для коллектива Burmese Ghouls. Здесь можно и реплей потом пересмотреть будет. Да, потрясающий файт, инициация хорошая, великолепная контр-инициация. Снова игра от Twisted Minds на развороте. И буквально на миллиметрах хитпоинтов уходит сразу несколько игроков. Но не потому, что соперники сыграли плохо, а потому что хороши те, кто смог уйти. Да, ну что ж, счет 1-1, буквально другая команда. Мать сама. Появилась и под моим арестом, бангасе. Есть килл для коллектива Burmese Ghouls. Чонг и так себя чувствовал не супер уверен на этой позиции в этой игре. При этом еще и подтягивает сюда Гвиневра. Есть килл для коллектива. А Burmese Ghouls, проблема Валах, будет Нику. Здесь у Ника, Ника забирают. Потерялся Ника портал в этом моменте. Так же, как обычно, зайдя в чужие леса, может пострадать в этой ситуации. Но здесь есть Блар, который может выдать серию урона. Двоечку кулачков. Ну и атака уже черепахи. Да, Валентина не стала использовать никакую ульту. И за счет этого очень быстро погибла. В том числе
числе. Четыре игрока против троих. Twisted Minds должны забирать черепаху. Чем использует ульту Ликид, находит Саксу. Игра по Пакита здесь. Сакса иногда под гейс. Мантап гасе. Черепаху. Великолепная игра от Гвиневра. Да, Гвиневра знает точно своего персонажа. Эй, Делар, Делар. Можно использовать Ника, на этот раз воровал ультимейт Чонга. Делар. На, Нико иногда под гасе. Тот самого же Чонга и забирает его же оружием. Вот так. Манты карна скиллнya sendiri guys ya. Soalnya tadi ngarah ke arah itu sih match sama ya. Как приручить дракона, показывает нам Валентина в этой игре. Потеряли центральную линию игроки команды Twisted Minds. Преимущество Лумис. Лима в ринг 2, мнет Лима, чуй. Уже 3000 в этой встрече. Сейчас может по топу также отыграть там Пакита, потому что подтягиваются крипы. А вот Чонг на защиту своей вышки не успевает. И это будет второй тавер для коллектива из Мьянмы. Стич так тихо-тихо, неспешно взял и забрал Т1 на боте, увеличит свое преимущество для своей команды. Посмотри, 5000, 4000 преимущества бурмизов, хотя не такое количество фрагов-то они набрали. Да, за счет объектов, за счет того, что по макро чуть лучше отыгрывают в этой встрече игроки коллектива Burmese Ghouls, набирают свои обороты. Давайте обратим внимание на итимизацию и золото отдельно взятых персонажей. Бруно 5200, у него уже ярость берсерка, у него когти Хааса. Стрелок противоположного коллектива остается на 1500. У Клауда только коса коррозий. Да, взял себе он латы стальные, те самые, взял защитные сапоги. Но именно стрелки, конечно, у Бурмиса отыгрывают лучше в этом противостоянии. И снова команда, у которой Руби очень слабо отыгрывает старт. Руби на старте, конечно, на этом чемпионате чувствует себя гораздо менее комфортно, чем Гвина, против которой ее часто берут. Эй, Сакса. А вот Гвина, это атакует Памара, да, и Руби выходит из контроля, но это не важно, потому что Гвина просто уходит и будет заниматься другими делами. Да, попытка здесь какая-то добраться до Клауда. Клауд уже может терять большое количество здоровья. Здесь уже худо. Пытается добраться, пытается сделать какую-то провокацию. Но находится не под контролем, скажем так. Блин, на Гроке возле стен. Ну и еще один тавер забирают. Трахер гасе. Такое стоит начало какого-то конца уже. Да, вот была такая равная игра. Но Бурмис потихоньку с каждой секундой отвоевывают клочки земли. Плюс дополнительно зарабатывают еще и золото. Да, у Бурмис все очень хорошо. Они прекрасно понимают, что делают, как делают. Не торопится с атакой на черепаху, пытается лишить соперника голды, потому что Twisted Minds набирать золото гораздо сложнее становится. Ну и выходит черепаху игроки команды Burmese Ghouls. В принципе, с таким преимуществом, когда черепаху можно было и не забирать до 28 минуты, но, как мы чаще увидим на профессиональной арене, чаще всего, если это преимущество не 10 тысяч, все-таки Делар, ох, тага. Ой, четверых, ва, гила, Делар, ман, ты гейс, сату, ва, гила, сату, ла, он и отступает. Четверо игроков команды Twisted Mind, скинув свои способности, не смогли забрать своего оппонента. Да, вот это опыт. Один из самых опытных игроков в истории Mobile Legends. Подкидывает Сакса Куду и забирает его. Рядом стоит Ника, наблюдает за этим и ставит лайк своему тиммейту. Да, вот ты отметил, что Лард один из алдов. Он прям присутствовал на том чемпионате мира, где они занимали вторую позицию, да? Да, да, да. Вот это было уже довольно-таки давно. Это М3 там, было, он еще года, на М1 играл, между прочим. Да, очень древний. Мара, Валю. Ой, Мару. Прощай, погибает Руби. Да, и продолжают свое движение вперед. По-прежнему игроки команды Burmese Ghouls не хотят останавливаться, делают очередной килл. Счет становится уже 7-2. Буквально через минуту у нас будет появляться лорд. Но возможно, что и без лорда тут за какие-то 3 товара удастся зацепиться, учитывая, что на топе уже волны нет. И в принципе, если как-то грамотно подвести пачечку или грамотно с этой пачкой просто зайти, попытаться ворваться. Мы видим, как здорово врывается у нас и Ника, воруя ультимейты. Все, может быть, что-то интересное могло бы у бурмизов и без лорда получиться. Да, это именно так. Ну что ж, бурмизы достаточно спокойно сейчас, не агрессивно отыгрывают. У них нет флика на пакета, но все остальное есть. Я думаю, что они попробуют сейчас зайти. Да, и возможно попадет. О, Сакса. Попадает, раскатывается. Мало здоровья остается, у Чонга ничего, он живет. Ох, Максима, нет, бангро. Вот блинка под инвизом, он туда задает. О, мой лорд, ты без... Мару, Мару, на, Нико, классы. Забирает, и Марка также погибает. Двое игроков команды Twisted Minds, волны здесь никакой нет, Гневра. Поднимает воздух, воздух Сана, но там не было ультимейта. Untung Сана, ада пурифай здесь, да. Потому что могли прокинуть несколько тысяч, и вполне вероятно бы Клауда уже бы не было. Пытаются добраться и до Т3 Тавера на топе, накидывает Бруно своими мечами. Как я и говорил, да, сумели забрать Т3 Тавер даже без лорда. Да, бурмизы показывают супер уверенную игру и, конечно, становится радостным за Део, которые смогут их обыграть.
Да, ну что ж, падает Т3 Tower и в мид-лейне. Тем временем Виневра в соло пытается забрать лорда. Конечно, у нее должно это получается, пускай лорды стали... Лорд yang pertama, guys, ya. Ini mungkin kalau mainnya rapi bisa loh, guys. Satu lord aja bisa end loh. Apalagi tinggal satu best target doang, guys, ya. Duit beda 10.000. Enak apa lagi, bro? Tinggal main cantik aja sih, guys. Jangan terlalu mukil juga. Lordnya sengaja di delay dikit, guys, ya. Biar minionnya jalan dulu, guys. Это делается максимально легко, комфортно и эффективно. Ну и самое главное, что пик бурмизов позволяет грамотно разыграть именно по прижавшимся к трону соперникам. Еще раз нам показывают золото. Мы видим, что у Бруно 10 тысяч, то очередь, как у Клауда всего лишь 6,5 тысяч. Если мы обратим внимание также и на лесников, то у нас Сакса имеет 6400, не самые большие цифры, но при этом у Фредрина только 4500, отставание на 2000. Ну а вот тут уже вырисовывается, да, каких-то тысяч 5,5, а общее преимущество команды Burmese Ghouls уже достигает 11 тысяч золота. Очень большие цифры. Вполне вероятно, с этим лордом попытаются игроки коллектива из Мьянмы и закончить эту встречу. Да, очень опасная ситуация для Twisted Minds. Возможно, это последние секунды их нахождения на чемпионате, а может быть и нет. Майк Сама использует ульту на Чонге, вылетает вперед, не продамаживает никого, просто стопит лорда, появляются крипы. Без ульты Чонг сейчас просто выкинул он вперед, выпрыгивает сейчас Сакса, подкидывает одного, но они расходятся, игроки Twisted Minds, не получается дальше. Блин. Да, но лорд-то добирает до самого трона. Долар. Неплохо дефолит свой трон, но там никакое огромное было преимущество не на таких ранних этапах, но каким-то образом защищают этих крипов. Мару, тимс, бро. Waduh, Dilar mati, guys. Waduh. Wah, tapinya tuh bang, guys. Saksa. Wah, gigi, guys, ya. Tinggal Sano doang, guys. Ente cuy. Congratulations buat Burmese Ghouls melaju ke babak selanjutnya. Dan nice try buat Twisted Mind, ya, guys, ya. Gak apa-apa lah, guys, ya. See you next season, guys. See you next time lah, guys, ya. Kok next season lagi. Terima kasih, cuy. Kita lanjut ke match selanjutnya antara Deus World melawan Homeboys, guys, ya. Mantep kali. Lihat aja, guys, ya. Seperti biasa, dolar ski, ya. Seneng banget Saksa, guys, ya. Yang gue hafal cuma Saksa sama Dilar doang sih, guys. Oke lah. Nah, itu ada Nico, ya. Boleh lah, ya. Gigi, guys, ya. Oke lah, kita lanjut ke match selanjutnya, guys. Mantap. Saksa kelas, guys. Bye-bye.